Ребята, всем привет! Меня зовут Таня. Сегодня мы будем проходить игрушку под названием Hello Neighbor 2. У меня сейчас начинается только доброе утро. Для вас я не знаю, какое время суток, но ничего страшного, правильно? Давайте вспоминать, что было в прошлой серии. Мы в прошлой серии, если не ошибаюсь, прошли полностью пекарню. Это было в предыдущей серии, а в предыдущей мы прошли чуточку музея, там, где был сосед. И на данном этапе мы остановились на домике, получается, охотника, рыбака. Ну, скорее всего, это охотник. Так, обязательно делаем себе чаёчек. Я себе уже сделала. И будем сегодня проходить. Погнали. Так. Что вообще имеем? В тот раз в предыдущей серии мы походили, посмотрели. Что-то поняли, что-то нет. Предлагаю осмотреться еще раз. Предлагаю осмотреться вообще. Так, он там все-таки ходит. У него такая интересная обилочка есть, он стреляет, и все, и трындец. И не вылезешь. Так, я что-то вижу, секундочку. Сейчас посмотрим, здесь что-то есть. Ага, здесь можно что-то раскопать. Окей, будем знать. Предлагаю посмотреть, что находится сверху. То этот мужик еще. Может, здесь что-то есть, я не понимаю. Здесь ничего. Там я вроде бы тоже смотрела, тоже ничего нет. Давай попробуем залезть здесь. Посмотрим. Потому что мне кажется, на крыше тоже может что-то быть. Они могут и на крыше все прятать. Непонятное такое. А как же забраться? Так, здесь выступ. Вот здесь что-то есть. Есть что-то? Опа, лопата, смотри-ка. А как забраться туда? Как туда забраться? Секундочку. Лопата. Интересно. Так, ведро с краской. Это что такое? Подкова? Что это? Я пока что не понимаю. Ладно, спрячь, мне это не нужно. У нас есть рычаг, у нас есть какая-то подкова или что, или это... Я не знаю, что это пока что. Пока что не знаю. Так, это мы собрали. Давай заберем лопату обязательно. С лопатой. Теперь я знаю, что мы можем сделать. Давай возвращаться. Вылезь, пожалуйста. И пойдем раскопаем вот ту вот горочку, где она была. Я что-то не помню. Здесь, наверное. Давай. Кстати, я заметила, что сосед появляется... Ой, сосед. Ну, короче, каждый вот этот вот второстепенный персонаж, с которым мы проходим миссию, он появляется как раз-таки в том моменте, где нам что-то обязательно нужно. Достать ключ или что-то в этом роде. Ходит, что-то смотрит там, что-то непонятное. Вот здесь вот какая-то карта, я так и не поняла, что там он высматривает. Ладно, это мы потом посмотрим. Так, мы нашли какой-то сейф. А пароля у нас, конечно же, пока что нет. Так, парень, непонятно пока что. Так, подожди, ты что, сюда пойдешь, что ли? Так, предлагаю следующее. Предлагаю выбросить лопату. Пока что выбросим лопату. Ой, а куда это она улетела? What the fuck? Что-то было. Я думаю, лопата нам не понадобится больше. Я верю в это. Ну, короче, лопата, если что, там. Предлагаю пойти посмотреть, что там. Может, на втором этаже? Мы на втором этаже были и не были, я не помню. Валяха. Так, нужно уходить. На второй этаж. Второй этаж это здесь получается, люди. Опачки. Вижу кое-что. Что это я взяла? Это я взяла ключ. От чего? Пока что непонятно. Так, у меня очень много забитого всего. Нужно куда-то это девать. Я пока что не понимаю.
Так, пойдем посмотрим, что можно почикать еще. Так, здесь спуск на первый этаж. Здесь мы забрали. А здесь есть... Что это? Здесь нужно еще один рог найти или что? А, что еще? Что еще? Что еще? Так, секундочку. Что-то вижу. Может, там что-то... Что-то для нас будет полезное. Это взять еще можно, подожди. У меня места нет настолько всего. Это чего? У меня нет места. А, я просто можно... Ладно, почему-то... Я не понимаю, что происходит. Что-то мы повернули, она... глаза начали светиться. Так, хорошо. А, вот это вот что? Оно двигается вообще, нет? Так, ладно, мы нажали одну голову. Но... А больше здесь ничего нет, правильно? Вот здесь вот то, что мы побродим, походим. Я не уверена, будет ли здесь что-то. Там я вижу какую-то фотографию, подождите. О! А, ну это я, по-моему, видела или не видела, я не помню. Так, еще одна монтировка. Монтировка? Здесь что, что-то вскрывать нужно или что? Ну, надеюсь, что нет, но здесь кусочки есть. Это нужно собрать, правильно? Так, нам нужно вот сюда спуститься. А как же нам это сделать красиво? Красиво провалиться, чтобы нас никто не увидел. Так, здесь есть какие-то буковки. Это что? Что это? Буковки? Или это открыть холодильник? Нет, это буковки. А, подожди, слушай, знаешь что? Мы нашли букву, то не подкова, а то буква, эсочка. Сейчас вставим. Так, еще вот это хороший вопрос, где он постоянно бывает. Мне, если честно, непонятно. Так, это он в подвал идет? Так, он идет в подвал, мы берем буковку S, ложим. У меня есть ключ, 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 ключ. Давай быстро смотреть, что здесь есть вообще. Здесь есть телевизор нелутабельный. Здесь есть карта, кстати говоря. Прятаться есть где вообще? Пока что нет. Блин, сложно так на самом деле. Давай его согрим сюда. А сами пойдем наверх. Ну, вообще, мне-то что? Мне нужно в любом случае сюда. Здесь есть мишка. Текстуры какие-то. Так, я не понимаю, что делать, если честно, пока что ничего не понимаю. Блях, он пришел. У меня есть от чего-то ключ. Блять, поймал меня, прикинь. Давай, топчи. Блять. Он у нас все забрал. Так, давай вспомним, что у нас было. У нас был ключ. Ключ, лопата нам не нужна, ключ у нас. Ну, был ключ по-любому, но я не помню, где мы взяли ключ вообще. Я вот это, конечно, что-то забыла. Ну, здесь есть кусочек карты, я вижу. Закрой. Уточка. Так, здесь можно включить опять... Опа! Нашла букву еще одну, ты смотри. Здесь больше ничего нет, я так понимаю. А, холодильник, холодильник, холодильник. Так, это F-ка, пожалуйста. Нам получается еще одну, да, надо найти. Не-н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 е
Так, спускаемся еще раз сюда. Блять! Ну, тоже жестко, блин. Когда он так ловит, это, конечно, да, жестковато. Так, давай его сагрим сюда. Сами пойдем наверх. Капец, столько всего нужно сделать. А, здесь ключ был, я помню. А, значит, так. Я надеюсь, я больше ничего не собирала, потому что я уже не помню, если честно. Так, он возвращается обратно или что? Да, он возвращается обратно и идет наверх, что ли? Как неудобно постоянно бегать туда-сюда, если честно. Максимально неудобно, давай. Я пока что... Я, если честно, сдала. Он меня увидел? Он меня увидел? Какого хера он меня увидел? Здесь есть вообще какие-то потайные двери, не знаю. Опа, мы куда-то вышли. Кстати говоря. Открывай. Мы нашли кусочек карты. Что это вообще за кусочек карты? Посмотреть его можно? Я не понимаю, что это. Разберемся. Так, есть кусок карты, это нужно на второй этаж тащить. Ну что он там, уходит, не понимаю ничего. Так, выходим отсюда. Погнали. Бля! Да какой он дотошный, я не могу, это жесть какая-то. Так, надеюсь, он сюда не пойдет. Мы взяли кусок карты, я не знаю, куда. Куда тебе ложить? А, нет, подожди, это не сюда, это сюда, наверное. Ну, судя по ломтику, да. А, кстати, там почему-то сбилась свинья, вот этот кабан, вернее. Не знаю, для чего это, но для чего это нужно делать. Что, заметил меня? Каким образом? Как он меня заметил? Это невозможно. Так, хорошо. Мне кажется, что-то есть еще там, на первом этаже. Я бы очень хотела посмотреть первый этаж. Бля. Но он не дает вообще никак посмотреть первый этаж. Вот он ходит, бродит постоянно. Не знаю. Нам надо еще найти букву. Так, он куда-то пошел, поэтому... Еще букву Б нужно найти где-то. Буква Б. А вот здесь... А, там выход. Я пока что не понимаю, если честно. Здесь есть какой-то проход, кстати. Закрой. Так, давай-ка вот так сделаем. А здесь есть медведь. С картой, кстати. Так, давай. Бля, он сюда идет? Блин, непонятно, если честно. То идет сюда, то не сюда. Вообще ничего не понимаю. Ну что он там делает? Делает что-то, блядь. Он тут стоит прям. Ну, конечно, теперь он будет здесь топтаться. Вот он постоянно рассматривает какую-то карту. Я не понимаю, что он там рассматривает. Что-то ему постоянно там надо. Смотрит. Ты мне карту отдашь? О, кстати. Кстати говоря, этот рычаг я могу найти. Не знаю где. Блять, я посралась. А, этот рычаг в подвале. Пойдем в подвал. Этот рычаг мы можем забрать в подвале. Подвал. Так, это не здесь. Или здесь?
Это же ведь подвал, правильно? Да, давай. Это я могу здесь забрать. Ой, куда? Стой, что происходит? А теперь идем, получается, в ту комнату, в какую-то. Я не помню, где она опять находится. Ну нет, ну пожалуйста, бля. Какой дотошный мужчина, я не могу. Мужчина, дед. Так, где эта хрень непонятная? Давай. Вот это мы заберем. Кусок карты мы вставили, насколько я помню, да? Так, власть, пожалуйста. Пойдем. Так, ладно, я его тогда, говорит, здесь не буду, а то как-то все странно получается. Все равно он находит каким-то чудом. Так, предлагаю тогда сделать следующим. Ой-ой-ой-ой. Он где-то здесь или где? А куда нам идти? Куда идти? Бали. Ладно, давай еще раз. Блять, он здесь, что ли? Где эта комната, блядь? Да, я потеряла, где эта комната, я вообще не понимаю. Кстати, по-моему, над микроволновкой была голова кабана. Я могу ошибаться, но мне, я не знаю, показалось мне. What the fuck, выходи отсюда, бляха-муха. Да спрыгнись ты, господи. Инвалида ты кусок. Блядь. Капец, он душит, душит, душит. Не дает забрать мне. Давай уже уходи. Короче, что мы делаем? Мы забираем вот этот рычаг. Идем к тому медведю. Идем к тому медведю. Возьми. Забираем рычаг, идем к тому медведю, открываем то, что нам нужно. И забираем карту. Только нужно как-то не потеряться. Где-то дверь. А, вот она. Нам вот эта дверь нужна. Так-то мы вставляем. Давай, жми! Забираем кусок карты. Идем на второй этаж. Так, что это за кусочек карты? Это угловая часть? Или что это вообще такое? Бежим, 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 просто бежим, не оглядываемся, блядь. Блядь! Ну, блядские пидорасы. О, карта, кстати, осталась у меня. Ладно, это хорошо, это замечательно. А то бы я не выдержала опять это все проходить. Так, ладно, нам нужно на второй этаж, погнали. Идем на второй этаж, ложим карту. Кстати, здесь же здесь двери. Почему я их не использую? Я не понимаю, это угловая часть или нет? Давай вот сюда поставим. Ну, да, правильно. Вроде как, да. Так, хорошо. Остался сколько еще? Два кусочка карты. Я видела над микроволновкой, кстати, это самое. Блять, сюда бежит. Ну ты посмотри, какой он дотошный. Над микроволновкой. Вот. Хорошо. Так, ладно, вопрос остается следующий. Это получается еще что? Подожди, здесь голова кабана. Вторая голова кабана на втором этаже. Сейчас я включу. Я надеюсь, их здесь две, потому что если они еще где-то спрятаны, то нам будет тяжко жить с этим. Так, чувак просто сидит. Да какой ты дотошный, пожалуйста. Достал ружье и пошел. И пошел же. Ну, скотина такая. Ладно, подождем, подождем, хорошо.
Блядь, ты серьезно? А как выйти тогда, если он здесь постоянно торчит? Сидит, блин. Что, выбежать просто? Выбегать? У меня, в принципе, ничего нет, терять мне нечего. Блин, мне бы, конечно, осмотреть здесь получше все. Я ничего не понимаю, где что. Но, наверное, в подвал пошел или нет? Нет. Что может здесь... Опачки. Их здесь три бошки. Три башки. Ладно, пойдем на второй этаж. Там бошку нажмем тоже. Вот здесь она. Блин, неинтересно так, что если он ловит... Чувак, не-не-не-не, до свидания. Так, хорошо. Получается их три. Три. Я пока что вообще... Может быть, что-то есть еще, потому что... Я, если честно, задолбалась. Здравствуйте. Что это за приколы такие интересные? А я, если честно, задолбалась ходить, бродить. Он постоянно ловит. Неинтересно. У меня вопрос. А все ли я забрала на крышу? Это я не помню. Нам нужно букву еще забрать. Кабан, я не понимаю, для чего вообще. Для чего мы это делаем. Так. Время у нас есть еще. Не знаю почему, но у меня чуечка, что на крыше что-то может быть еще. Может, я ошибаюсь. Ну там мы все посмотрели, я не знаю. А что это такое? А, это просто забор. А для чего здесь просто это сделали, я не понимаю. Здесь есть, это получается в подвал. Два кусочка карты. А почему эта голова опять... Это что, на время нужно их включать или что? Она постоянно выключается, хотя тип меня не ловит. В чем прикол? Да отстань, пожалуйста. Подожди, она что, правда, на время? Если это на время, то это как-то жестко, нет? Я так не успею. Так, я запомнила. Одна здесь, вторая на микроволновку, и третья в подвале. А что вот это за дырка? Вот здесь дыра какая-то есть. В крыше это что? Там что-то есть вообще или нет? Да, бляха-муха. А, ладно, я не понимаю, для чего это, если честно. Хоть убей, я не понимаю. Ой, он что-то типа прилег поспать, но не поспал. Блин, я застряла, кстати. Я застряла, прикинь? Я не могу ничего сделать. Вообще ничего не работает. Что за бред? Да встань ты, господи. А для чего? Ладно, куда ведут эти провода? Эти провода куда ведут вообще? Здесь провод ведет куда?
туда куда-то. Ведет куда-то туда. Есть тут что-то вообще? Может быть, здесь что-то есть, что я упускаю? Где-то же еще прячется буква. Буква еще где-то есть. Где еще буква, я не знаю. Так, он идет обратно. А вот это двигается? Нет, с этим взаимодействия нет. Та задолбал. Если честно, я пока что не понимаю, что делать. Очень странно это все. Так, подожди, там есть окно. Стоять, стоять, я что-то нашла. Пойдем посмотрим. Так, если там есть окно, значит, туда можно, соответственно, забраться, правильно? Только как я... А, вот здесь вот. Давай попробуем. Я же говорю, на крыше что-то осталось еще. А может и нет, может я ошибаюсь. Так, давай. Давай, пожалуйста, можешь... Да что такое? В чем проблема? А где здесь окно было? Окно, окно, окно. А окно было вот здесь. Вот. Опачки, ты смотри-ка, что нашла. Я нашла еще одну голову. В этом ужасе непонятном. А, я поняла, где это находится. Интересно, а там что-то есть еще на столе или что? Так, и если это на время все делать, то это, конечно, жестяк. А, ладно, вспоминаем. Голова здесь. Голова здесь, в подвале, над микроволновкой. И где еще одна? Где еще одна голова? Их 4 получается. Еще где-то одна была. Я забыла. А, на второй этаж, подвал, микроволновка здесь. Второй этаж. Так, ладно, поехали. А можешь упасть здесь, пожалуйста? Бляха-муха. Я застряла. Но я не успею в любом случае ничего сделать. Так, давай. Здесь. Подвал. Подвал. Блин, она, походу, отрубилась, да? И второй этаж, второй этаж, второй этаж. Где этот второй этаж? Ну, просто если я не успею, то это как-то зашкварно будет, если честно, что оно все на время. Извините, конечно, но, по-моему, вы охуели с такими загадками. Да залезь ты, господи. Ну и что? Ну, получается, все головы-то... Не получится так открыть. Я не понимаю, это очень, очень тупо, если честно. А, так, ладно, предлагаю следующую тактику. А, я думаю засечь время и посмотреть, сколько времени у меня есть. Давай. Сейчас проверю, сколько времени у меня есть. Если не получится с этой загадкой, будем заканчивать. Получится, тоже будем заканчивать. Потому что это как-то слишком жестко, если честно. На время еще ходить, включать. Я задолбаюсь. Так, еще раз. Крыша... Подвал, микроволновка и здесь. Чё пристало? Отстань, пожалуйста. Так, уже 30 секунд прошло, окей. Я думаю начать с крыши. Так это минута дается или что? Уже 40 секунд прошло. Угу. Ну, короче, где-то 50 секунд у меня есть на это все. А, ладно, предлагаю тогда начать с крыши. Поехали. С крыши начнем.
Так, где мой секундомер? Десять секунд. А, ладно, залазим на крышу еще разочек. А, будем пробовать, потому что я, если честно, другого варианта не вижу пока что. Как и что? Так, давай. А, значит, так. Падать сюда, наверное, буду. Да, давай. Так, поехали. Так. Блять! Не, ну если бы он еще не мешал, понятное дело. А то этот конченый мешает. Так, еще раз. Крыша. Поехали. Ну, это очень жесткая загадка, если это реально на время. Это вообще. Может, нужно просто по порядку их в каком-то порядке. Может, реально есть какой-то порядок их. Я не понимаю пока что. Мне это непонятно. Так, сейчас подождем, когда она треспавнится снова. Потому что если есть еще какой-то порядок, типа, не знаю. Так, каждая секунда я опять застряла в этом дерьме, непонятно. Блять, ну он здесь. А как быть-то? Как быть? Если он палит постоянно здесь. Я не знаю. Ну, сюда забраться... Бля. Можно ли как-то опять сюда забраться? Наверх. Видимо, да. Да не падай, пожалуйста. Господи, что такое с тобой происходит? Как же забраться мне наверх? Вот это меня интересует вопрос. Так, засекаем, погнали. Он здесь? Охереть. Так, вторая башка есть. Далее. Вылазь, дуже, дай. Что не так? Что тебе не нравится? Жму кнопки и не жмутся кнопки у него почему-то, не знаю. Так, вот это и еще второй этаж. Второй этаж. Давай, 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 давай. Бля, я надеюсь, успею. Ну, я успела. Если оно правильно должно работать, то, наверное, так. Если она сейчас отскочит, то я не знаю, что делать. Уже заканчивать надо. Давай проверим, что будет. Но эти провода ведут вот туда, кстати, к этой башке. Ну, кстати, она уже зеленого цвета только. Она не погасает. Хорошо, значит, я, получается, сделала все ок. Или нет. А, ладно, ребят. Я думаю, на этом моменте мы пока что закончим. Потому что серию уже заканчивать нужно, в принципе. Не забывайте лайкать, комментировать, подписываться. Обязательно. Всем пока. Sick of being